Всем добрый вечер. Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим. Вот. Хочу показать вам еще одного своего питомца. Он ни раз еще не попадал в объективы моих роликов, так как сидел в резерве. Это вот всю зиму бедолага просидел один. И вот третий день я его как пустил в эту семью. А того бесхвоста, который, помните, был петух, он хорошо очень работал, оплот хороший. Но вот я его временно отсадил в клетку одного, а этого пустил. Хочу попробовать, что будет. Этот моложе на год, чем тот. И на будущий год работать вот этому петуху. Вот сейчас есть время проверить, как он насчет оплода. Но вроде Петька веселый. И соответствие, смотрите. И расцветка, и стать марановская, и ножки оперены вон как положено. Такой вот. Все на 5 с плюсом у него. Все на 5 с плюсом. Это вот не родственная кровь этим курочкам. Это Петька других кровей. Вот, посмотрим, как он будет обхаживать девчат. Подожду вот дней 15 и начну собирать яйцо. Сделаю одну закладку от этого петушка. Что будет? Вот эти курочки старше его. Вот, вот такой вот петушок. Того пока не убираю, потому что тут Петька работает, молодец. Хоть хвоста нет, но оплот отличнейший. Отличный оплот. Вот такая вот у нас перестановка кадров. Перестановка кадров. Ну, готовимся к будущему сезону уже. Вот. Вот такой петушок. Посмотрим, как его продуктивные качества совпадут с экстерьерным видом. Тогда ему цены не будет. Вот. Кто первый раз на канале, это мясо-яичная порода французская маран, черномедный. Еще есть множество там всяких окрасов, но вот черномедный, он самый распространенный. И вот как-то, хотя у меня была возможность взять и голубомедного, но почему-то мне приглянулся вот петухи такого окраса, мне больше понравились. И я вот пошло до 16. Дети, отвернитесь. Вот так. Петька работает. Проверим оплатки. Да, молодец, работаешь. Вот тебе снял я. Давай, не опозорься. Этот петушок тоже у нас из Подмосковья. Ну, яйцом я покупал. Из Подмосковья. Вот такой петушок. Красивые. Расцветка красивая. Мощная птица. Довольно-таки контактные. Но с другими петухами они очень агрессивные. Поэтому их лучше держать отдельно. Я не знаю, он вроде не бойцовский, а все такие данные кровожадные, короче. Если начнет драться, забьет до смерти. У меня вот таких вот раньше, вот как видите, сейчас сделаны. Вот сделал вот полосу там из ДСП, где шифер. Раньше просто сетка была. И вот через сетку был пушкинский петух от марана. Это еще в том сарае. Это, я не знаю, лет 5 или 6 назад. Вот. И пришел один раз. Они начали драться через сетку. Маран пробил сетку туда. Зашел в вольер к пушкинскому и убил его. Вот так. Поэтому за ними надо глаз да глаз. Они очень такая дрочливая птица.
А между собой вот ладят тут. Вроде спокойно. Заходишь, вольер нисколько не шарахается. А другого петуха за семью, короче, будет биться. Как настоящий джигит. Вот. Вот такое вот кино про нового петушка. Петушок вроде работает. Будем ждать закладку. Должны быть хорошие цыплята от него. Ну вот, что хотел сказать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Породные куры в Оренбурге. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Все, пока-пока. До новых встреч.